СНП Х-6-22. Это хорошо или плохо? Без разницы. А вот и он! Так, смотрите. Семьдесят восемь. Ну вот. Черт. Какое там число? 78. Какое? Восьмерка. 78. 8. Отлично. Мы сделали 9 дублей. И каждый раз на последней цифре его почему-то перекашивает. Инвалид какой-то. Прости. Что скажешь? Как кино, полная катастрофа. Этот документальный фильм, он и должен быть таким. Есть и хорошие новости. Сейф можно вскрыть. Ура! Так как мы все... Как мы это сделаем? Тебя что, на руках нести? Возможно, вас это удивит, но я на дела больше не хожу. Эй, ты, а зачем он нам нужен? Я обучаю. За $500 я покажу, как вскрыть сейф. Что? $500? $500. Тише, ребенок. Ладно. Слушай, мы все на мели. Поэтому мы решили пойти на это дело. Мы можем взять тебя в долю. Я не работаю под результат, ясно? В этом сейфе целое состояние. Аванс, $500 и все дела. Мое время дорого стоит. Ладно, постой. Постой, попридержи лошадей. А ты покажешь, как пройти стену Кратцнера? И не только стену Кратцнера. Ну ладно, за дело. Хорошо. Приходите ко мне в субботу. А сейчас прошу прощения. У меня ученики из Янгстауна. $500. А я вам не говорил, что хочу вытащить из тюрьмы свою жену? И где же нам взять эти деньги? Мы в заднице. Надо искать выход. Деньги будут. Много способов вскрытия сейфа. И в каждом из них скорость обратно пропорциональна частоте исполнения. Самый быстрый – метод Лепшицкий. Назван в честь изобретателя Теодора Лепшицкий. Для применения метода Лепшицкий нужна шашка динамита и спичка. Все просто. Но после того, как Лепшицкий сам подорвался на своей же шашке, этот метод устарел. Итак, я учу, как работать коронкой. Этот не самый быстрый, но надежный. Во время операции не пострадаете ни вы, ни ваша добыча. Этому методу учился я сам, и я в него верю. А метод Лепшицкий я отвергаю. Полиция приехала! Полиция! Они же приезжали на прошлой неделе. Прячьтесь! Мы можем его взять! Прячьте, черт возьми! Сдвиньте его в сторону! Думаете, это смешно? Ах, вы маленькие сукины дети! Маловерные сучата! Коротышки проклятые! Вот встану со своего кресла и вздую вас! Как следует! Ненавижу этих ублюдков. Продолжим. Да. Коронка. Коронка. Да. Использование коронки. Берете коронку, вот так. Подносите ее к сейфу и крутите вот так. И через 3 часа отверстие готово. Сколько сейчас? 2. Отлично. Начинаем практическую демонстрацию метода. Эй, милый, пришел сержант Бабич, поднимается по черной лестнице. О, господи, он нас всех погубит. Прячьте что, сейф! Куда? Прячьте, куда? Проклятый сейф! Куда он неподъемный? Всем ангел возвестил, царь родился полный сил. Мир земле и милость всем. Так, ребята, жму руку, молодцы. Получилось, Бабич! Вот это сюрприз. А у нас сегодня стирка. Вы что, всегда поете? Стараемся чаще. Не понял? Мы поем в церкви, в хоре. И что это за церковь? Ну, это... Передвижная! А ты не слышал о сейфе, который вскрыли в Янгстауне, Антверп? В нем проделали дыру размером с твою голову. Янгстаун, где это?
А ну-ка, постойте. Я ведь вас всех знаю. Вы из Коллинвуда? Бездельники. Ты Перо Махолович, так? Я знал твоего брата. Дрянь был боец. Только ты еще хуже. А что ты здесь забыл? Пою теноры. Шутник, да? Ну, смейся, чемпион, пока не посадили. Если где-то неподалеку сейф скроют, я буду знать, кого мне хватать за задницу. Господи! Теперь будьте начеку.